Аллилуйя! Здравствуйте, драгоценные мои дети Божии! Мир вам и милость да умножится! О! Я себя вижу хорошо! Доброе утро! Очень-очень рад сегодня быть с вами. Сегодня такой тяжелый день, но э, почему тяжелый? Потому что вчера в 3 часа лег утра, и поэтому еще даже причесаться толком не успел. А, приветствую вас, драгоценные мои! Как у вас настроение? Как дела? Пусть Бог благословит вас. Я попрошу вас, дорогие мои, пожалуйста, приглашайте ваших друзей и знакомых к этому эфиру. Вместе будем славить Господа, вместе будем хвалить, вместе будем прославлять Иисуса Христа. Он достоин чести, славы, благодарения. Надеюсь, у вас день сегодня прошел хорошо. Милость Божья с вами, радость, обновление в духе, сила Божья. Я благословляю вас. Я благословляю и так рад, что вы сегодня со мною. Рад, что вы сегодня со мной участвуете в этом эфире. Давайте начнем с прославления. Алексей, пастор, приготовил для нас песни прославления. Будем славить вместе Господа, хвалить Его святое имя. Он достоин чести и славы. Давайте вместе благодарить Бога, царя царей. Господь, благодарим Тебя. И Господь, в поклонении и хвале прибегаем к Тебе. И желаем, Господь, познать Тебя, желаем познать волю Твою, желаем познать Тебя, Господь, прикоснуться к Тебе, желаем приближаться к Тебе каждый день. Благослови нас, Господь, научи нас слышать голос Твой, научи нас понимать Тебя, научи нас поклоняться Тебе. Мы желаем, Господь, чтобы Твое имя прославлялось и величалось. Хвалим Тебя и благословляем во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем. Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да направит вас Господь. Да благословит вас Господь. Да укрепит Радость тебя Господом Господь. Во имя Иисуса Христа. Да изольет Господь от Духа своего на вас. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Аминь. Господом, подкрепление мое, радость перед Господом, подкрепление мое, радость перед Господом, подкрепление мое, радость перед Господом, подкрепление мое. Я буду радоваться в Боге, Буду славить я Его, Буду петь Ему, ликовать. Пред Ним я буду радоваться в Боге, Буду славить я Его, Буду петь Ему, ликовать. Вредник. радуюсь тебе я господь радуюсь тебе я господь радуюсь тебе я мой господь oh, yeah. радуюсь тебе я господь радуюсь тебе я господь радуюсь мой Господь. Я буду радоваться в Боге, буду славить я Его, буду петь Ему, ликовать пред Ним. Я буду радоваться в Боге, буду славить я Его, буду петь. предний, пред ним, пред Если что имеете, на кого прощайте. И Отец Небесный Прости ты вам в сердце своем никого не осуждайте, ибо Господь оправдывает вас, если не прощаете друг друга, то Отец небесный не примет вас, вы оставьте дар свой у порога. Примиритесь с братом в тот же час, Мирись с соперником своим скорее. Пока ты на пути с ним, чтобы не случилось худшего с тобою, прости его, прости. Господи, сколько раз прощать брату моему? Не говорю тебе до семили раз, прощай всегда ему. Господи, сколько раз прощай брату моему, не говорю тебе до семи или раз, прощай всегда ему. На брата своего не гневайся напрасно, всякий гнев подлежит суду. Кто скажет брату своему, ты безумец, тот уподобится и же самому, врагов любите ваших без сомнения, благословляйте проклинающих вас, благотворите и молитесь загонящий Прощайте всех, как Бог прощает вас. Господи, сколько раз прощать брату моему, Не говорю тебе до семи ли раз, Прощай всегда ему. Но, Господи, сколько раз прощать брату моему, Не говорю тебе Прощай всегда ему. Е -е. Прощай всегда ему. О да, прощайте всех своих врагов. Всегда прощайте своих врагов и благословляйте даже их. Аминь, аминь, аминь. Большое спасибо пастору Алексею. Спасибо всем, 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 кто принимает участие. Дорогие, если вы в курсе, я хотел поблагодарить вас. Вчера мы начали наш проект сбор средств на камеру, и сегодня у нас уже хороший результат. Я сейчас вот зашел на сайт, я, может быть, сейчас на экран вам тоже выведут. Нам за один день 16 человек дало поддержку нам. Я еще раз объясню те, которые может быть не в курсе. У нас мы забираем на камеру, нам нужна четвертая камера сюда в студию, хорошая камера с объективами, и мы ожидаем, что Господь ответит. И я хотел поблагодарить, просто поблагодарить за один день 16 человек ответило, и мы собрали 820 долларов из 3500 долларов которые нам необходимо то есть из 3500 мы собрали 820 то есть ну это четверть наверное мы уже прошли четверть пути осталось наверное ровно четверть чуть чуть больше чем четверть вот и мы готовы идти дальше мы готовы идти дальше. И я, я ожидаю чуда. Поэтому, если у вас есть желание поддержать, я буду очень благодарен каждому из вас. Пусть Бог благословит вас. Принимайте активное участие. Чтобы поддержать этот проект, зайдите вот этот на gofundme.com/slash-от 3.org. Вот так, по-моему. Gofundme.com/slash-от 3.org и поддержите нас давайте мы этот проект осуществим его благодарю всех я сейчас даже посмотрю кто здесь некоторые люди анонимно жертвовали но также давид Матис хотел поблагодарить большое спасибо а, аурель а, олару. Спасибо вам большое. Кто-то пожертвовал 200 долларов анонимно. Не сообщил кто. Ой, пусть Бог благословит вас. Благословляю. Любовь а, Быстрикая. Бис, б, быстрика. А, пускай Бог благословит. А, Гено Вербицкий. Благословение вам. Тарас пожертвовал 1 доллар. Тарас, спасибо вам. Ник, Николай Калина. Пусть Бог благословит вас. Лилия. Григорова или Григорьева, наверное, пусть Бог благословит вас. Юлий Пет, Юрий Петренко, благословение вам, благословит вас Господь. В общем, всех, 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 кто пожертвовал, я хотел поблагодарить. Весли от, спасибо. Василий Витковский, спасибо вам. Андрей Костюк, спасибо. Пусть Бог благословит всех, всех, всех наших э, жертвователей. Поэтому я благодарю Бога за каждого из вас. Э, у нас эта камера скоро будет уже приобретена. Но, конечно же, мы пока прошли, наверное, треть пути э, к победе. Чуть меньше третьего пути. Нам еще предстоит пройти длинный путь, но мы пройдем его. Если у вас есть желание поддержать, я буду очень благодарен. Пусть Бог благословит вас. Давайте помолимся вместе, чтобы мы смогли приобрести эту часть оборудования, чтобы это не повисло у нас в воздухе. Сообщите в ваших соцсетях, дайте ссылку на этот проект и и поддерживайте. Хочу поблагодарить а, нашу сестру а, из Дома Веры, которая а, сказала, что ты все говоришь, да говоришь, Если камера нужна, нужно собирать и уже, и уже делать все. Поэтому а, спасибо тебе, Наталья из Мизури, за то, что ты подтолкнула к конкретному действию. Пусть Бог благословит вас. Благодарю всех, кто а, отозвался, всех, кто откликнулся. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да направит тебя Господь. Да поддержит Тебя Господь, да укрепит Тебя Господь, да вразумить Тебя, Господь, да и зальет Господь от Духа Своего на вас. Во имя Иисуса Христа благословляю. Во имя Иисуса Христа говорю благословение над Вами, благословение над вашей жизнью, благословение над нашей судьбой. Господь докоснется да вас, да соделает Господь великое и всемогущее в вашей жизни, да откроет Бог окна небесные над вами, да и Господь, да будут над вами благословения, да будет благословение над вашими детьми, благословение над вашими домами, над вашей работой, над вашим бизнесом, да даст урожай ваша земля, ваши животные дадут, дадут предплод и молоко дадут, да даст умножение, да прибудет с вами благословение Божие, да ваша работа пускай принесет новых клиентов, пускай даст вам увидеть славу Божию, новые партнеры, благословляю вас и именем Иисуса Христа, Господь доявит да славу свою, да и зальет Господь на вас, и увидите славу Божию в своей жизни, и увидите, как Господь действует во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благодарю и благословляю вас именем Иисуса Христа. Так, слава Господу. Итак, дорогие мои, сегодня я продолжаю и заканчиваю тему. Как говорит Бог, мы с вами изучали, много уроков у нас было, я уже даже со счета сбился, сколько, наверное, 6 или 7 уроков. И а, мы подходим к самому концу. Мы с вами говорили, через что говорит Бог, как отличить голос Божий, как понимать, а, говорит Бог или не Бог говорит. А, конечно же, всегда смотрите написание. Бог не будет врать. Бог не будет говорить одно, а потом другое. Бог не будет менять а, то, что Он говорил. Он всегда говорит одно и то же, и Он неменяемый, Он неизменный. И, конечно же, мы с вами увидели через Писание, что самое очевидное, через что говорит Бог, Бог говорит через Священное Писание. Другими словами, если вы хотите услышать Бога, открывайте Библию, и в вашей Библии будет четко показано, что Бог говорит через нее. От, ищите Писание, и в Писании откроет для вас глаз Божий. Это самая фундаментальная истина. Бог в первую очередь говорит через Писание. Также мы сказали, что Бог говорит через других людей? Да, да, да. Бог говорит через других людей. Бог обращается к нам через других людей. Бог вразумляет нас, Бог поддерживает нас. Бог а, делает чудеса. Бог делает чудеса. И а, когда мы говорим, что Бог говорит через других людей, мы понимаем, что Бог может говорить через хороших и плохих, Бог может а, говорить, а, Бог может говорить а, постоянно, Бог говорит и через людей в том числе. Следующее. Бог говорит через сны. Я вам рассказывал о своих снах, кого я много имею. Почти каждую ночь а, у нас идет а, после каждую ночь идет у нас а, с, у нас есть сны. Не знаю, как у вас, но я каждую ночь вижу сны. Проблема в том, что спасибо большое. Проблема в том, что я их не запоминаю. Не запоминаю сны, но я знаю, что они, они 100% идут. То есть сон идет 100%. А то есть вы видите постоянно что-нибудь. Но вы просто не помните, и как бы ну, память так устроена: не у всех есть способность запоминать сны. Но если Бог говорит через сон, ваш сон будет ярким, четким, поучительным, с моралью, с, будет не просто так о чем-нибудь ваш сон будет а, поучительно, вразумительно, а, направительно, благословение. Следующее. А, Бог говорит через чудеса и знамения. Есть чудеса и знамения, и они происходят. И Бог хочет показать свою любовь и сказать тебе, я люблю тебя. И сделать чудо. Всегда ли Бог делает чудо? Нет, не всегда. Почему Бог не делает? Не знаю. Ну, не знаю, но, но не всегда. Не всегда Бог делает чудеса, но иногда Бог делает чудеса. И когда Бог делает чудеса, знаете, мы радуемся, мы видим, что Бог говорит к нам, Бог обращается к нам, Бог делает чудо. Следующее, Бог говорит через видение. Видением. Я видел видение, и я хочу сказать, что Бог показывает видение, и вы можете видеть видение. Всегда ли? Нет, не всегда. Не всегда, не всегда, не всегда. Если вы постоянно слышите какой-нибудь голос и видите постоянно видение, вам нужно лечиться, 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 потому что... Э -э -э, потому что вы... Э -э, ну давайте так скажем, э -э, это ненормально. Ненормально, если вы постоянно видите видение. Это ненормально. Э -э -э, но мы можем видеть. Иисус сказал, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. О, горячее еще, не могу как-то. Пока не увижу Отца Творящего. Я говорю, а Отца никто не видел? И вот нужно увидеть. Следующее. Мы говорим, что Бог говорит нам еще, и это шестой пункт, через обстоятельства. Вот. Через события, обстоятельства. Вы знаете, когда... Нас пригласили с Вадиком, с Вадиком пригласили в, э, нас пригласили на рыбалку, и наш друг приехал, и он сказал, все, ребята, мы едем на рыбалку, ура, здесь такой крутой есть парень, у которого есть своя лодка, он нас всех повезет на лодке, и мы будем плыть, и в океанская рыбалка, океанская рыбалка. Ну, я, конечно, рад. Он говорит, все, нужно вставать в 4 утра, ехать там, какую-то лицензию покупать, какие-то, а, нужно этих креветок купить, нужно что-то там покупать, покупать там много чего покупать, все надо покупать. И, и вот после этого, вдруг... Мы приезжаем, все купили, разрешение купили, визу в Мексику купили, все купили, потому что нам нужно было ехать по океану в Мексику, чтобы вот таких рыб ловить. И вот все, все, все купили, и вдруг его нет. Ну нет его. Мы сидим, ждем, продолжали полчаса, он звонит, ему говорит, ну где ты? Он говорит, слушай, говорит, у меня габариты не работают. Я говорю, представь, лодку прицепил к машине, а габариты не работают Ну, говорит, я на аварийке еду Окей, едет на аварийке, хорошо Мы ждем его, ждем, ждем, ждем его а, Он звонит, говорит, что-то у меня тут с колесом к прицепе Там сзади у него на прицепе четыре колеса, вот так они вместе стоят Окей, okay, мы ждем, продолжали вот целый час. Он приезжает, подъезжает к этому, и точно колесо там слетело с оси почти. Почти слетело, уже кипяток горячий. Все разрушилось, подшипник там или что-то такое разрушилось. Я смотрю, думаю, интересно. А, -а, а когда мы еще пришли, нам говорят, виз не будет вам в Мексику. Кончились у нас бланки. Я тоже думаю, интересно. Смотрим на это все. Этот говорит, что нужно колесо будет ремонтировать, как приедем. Я говорю, интересно. Спускаем лодку на воду, и вдруг у него заклинивает руль в лодке. А знаете, вот пока мы это все делали, мимо нас уже 100 лодок уехало в океан. А у нас руль заклинило Представьте, мы в этом порту спустились и ничего даже сделать не можем. У нас заклинило руль. То есть мы не можем повернуть, отъехать, то есть э, руль заклинило. Вау, мы, он там как-то до они до причала, потом поняли, что мы не уедем, обратно лодку поставили. И он говорит, нужно ехать в ремонт. Там они ремонтировали целый час, я стоял, смотрел, и где-то внутри вижу, что Господь не хочет, чтобы мы ехали. Короче, приезжаем мы в одно место. Во второе, в третье. В ремонт сдаем мы эту лодку. Сказали, вот буквально за полчаса сделают. Делают час, два, три, четыре. Я уже Вадика взял. Мы поехали в Сан-Диего. Покатались по Сан-Диего. Зашли в ресторанчик, кафешку там. По, -по бурите этой мексиканской силе. Нам говорят, вот-вот поедем. Сейчас поедем. Сейчас поедем. И вы знаете, а мы не едем. И вдруг я понимаю, что, наверное, Бог что-то хотел сказать. Бог хотел что-то сказать, а мы не хотим услышать. И знаете, продолжается вот эта вся история, продолжается для того, что вот уже отремонтировали, мы едем, вдруг колесо отваливается. Они останавливаются или другой мастерской, ремонтировать колесо. Короче, вот на ровном месте все вот, все, вот все, что можно, может случиться, случается. Я уже Вадиму говорю, наверное, Бог не хочет, чтобы мы ехали. А, у меня было какое-то странное предчувствие. Бог говорит через обстоятельства. Но он не дает зеленый свет. Он как ослица-то останавливается и не идет. Вот представляете, как все одновременно, вот все, что может сломаться, все сломалось. Все сломалось. спускаемся на воду, отплываем, это уже вечером, мы в 4 утра приехали, мы в 5 часов перед закатом спускаемся на океан, думаю, ну заплывем. И вдруг говорят, что а бензина там мало оказывается, ух ты, бензин забыли заправить. И тут для меня уже все очевидно стало, ну все, наверное, не надо никуда плыть. Вот просто не надо никуда плыть, ну что за ерунда это такое? Бог может говорить через обстоятельства. Ну, не благоволит. Конечно, дьявол тоже может препятствовать. И вот мы выплыли, в надежде сейчас поймаем, закат, солнце садится, и у нас ничего не клюет вообще. То есть вообще ничего не клюет. То есть он, он вышел, говорит, такого, говорит, не бывает у меня первый раз в жизни, чтобы ничего не клюет. Я стою и думаю, слушай. Бог не хотел, чтобы мы здесь плавали в этом океане Бог не хотел, чтобы мы здесь были а. И вдруг солнце садится И этот парень говорит Ну-ка включи эти габариты, ну лампочки И вдруг лампочки не работают А знаете, как вы в темноте на лодке В которой не работают лампочки Это вообще... Это... И мы уже телефонами вот так светили габариты а. Это вообще... ну такая ерундень реальная. Поэтому, дорогие мои, я хотел бы вам всем обратиться и сказать, держитесь за Господа. Научитесь слышать, когда он говорит. Я с утра было чувствование, что не надо ехать. Ну, не надо ехать, и все. Но вот было с утра чувствование, что, что нет, не ведет. Но знаете, все равно уже хочется на рыбалку. Хочется сильно на рыбалку. Очень хочу на рыбалку поехать. Очень, очень хочу поехать на рыбалку. Очень хочу очень классно, очень хочется ехать на рыбалку, хочется порыбачить, хочется, ну, хочется оказаться в океане, хочется оказаться там, ну, хочу. Но вот так все случилось. Короче, мы, не солоно хлебавшись, возвращаемся обратно. Вы знаете, уставшие, весь день после заката, часов в 11 уже, наверное, возвращаемся домой. Вот встали мы в 3 утра и в 11 вернулись домой. И я вот подумал, вот, вот тебе денек провели. Хороший урок. Наблюдай за знаками. Бог говорит через обстоятельства и события. Ты опоздал на рейс? Это Бог говорит тебе. А ты а, делаешь... А, что-то Бог говорит тебе. Вы знаете, у нас сгорело здание в церкви. Я хочу сказать, что Бог через это сгоревшее здание мне так многое сказал о своей любви, о своей милости, о втором шансе. Бог показал, как Он может благословить через сгоревшее здание. А Бог говорит через обстоятельства. Бог учит нас через обстоятельства, Бог направляет нас, Он, он подсказывает, в каком направлении нам нужно идти. И а, Бог говорит нам через что-то. У нас CNL, а, CNL начал расти после пожара. Почему? Потому что мы показали наш пожар по СНЛ, и люди стали поддерживать. Кстати, хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас в приобретении камеры. Пусть Бог благословит вас. Вы это отзывайтесь. Я очень благодарен вам за ваше участие в этом проекте, в этом деле. В поддержке христианского телеканала уже мы собрали достаточно хорошую сумму, но еще нужно нам, чтобы приобрести хорошую камеру. Поэтому будьте смелы и тверды, поддержите нас Божьим делом. Мы будем его собирать до тех пор, пока не соберем. Поэтому, если у вас есть ревность, помогайте. Если у кого-то есть усердие, покажите ваше усердие в действии. Пусть Бог благословит вас. Хорошо. Следующее. Бог говорит через животный и растительный мир. Бог говорит через животный и растительный мир. Ну, есть огромное количество а, огромное количество историй с этим делом. А, вспомните о слице, которая а, прижала а, ногу а, Валамову к стене и потом говорила с ним. Это написано в книге Числах 22 глава 25 стих. Она разговаривала с ним, что ты делаешь. Следующее ио, и, а, про растение Иона. Вы знаете, когда пророк Иона шел, и над ним появилось растение, и это растение свисало над ним, и он хотел, чтобы Господь разрушил город Ниневию, чтобы Бог уничтожил, а потом растение выросло. Ему было так хорошо в тени растений, ему так понравилось. Он так обрадовался этому растению. Господи, слава тебе. А, а, а Бог так сделал, что оно взяло и высохло. И когда он проснулся, смотрит, его любимое растение высохло, куст. Бог говорит через растение. Бог показывает что-то через растение. А, вспомните про смоковницу. Евангелие от Матфея, 21 глава. Евангелие от Матфея 21 глава 19 20 стих. Евангелие от Матфея 21 глава 19 и 20, 20 стих. Увидев при дороге Иисус Христос смоковницу, он увидел смоковницу. Растет смоковница, она такая, листья у нее красивые, растет и никому не мешает. А Иисус пришел и ничего на ней не нашел. Кроме листьев, вот многие христиане такие же У них кроме листьев, кроме болтовни и трепа Ничего нетушки Вот просто стоит себе смоковница Листьев валом, плодов ноль Говорит ей, да не будет впредь от тебя плода вовек И смоковница тотчас засохла И увидели ученики И удивились, говоря А как это тотчас засохла смоковница? Вот такая вот потрясающая история Иисус дальше дает урок Бог говорит через смоковницу Понимаете, дорогие мои? Следующее Еще есть история Откройте послание к римлянам К римлянам первая глава Здесь написано, как Бог разговаривает с людьми Как Бог обращается к людям Какие слова Бог говорит к людям Через что? Как мы можем слышать голос Божий? Римлянам первая глава 20 стих. Ибо невидимое его, то есть вечная сила его и божество, невидимая вечная сила божества его, от создания мира, через рассматривание его творений видимых. Его сила и Божество с самого начала от рассоздания мира ох, они видимы через рассматривание творений. Смотрите вокруг, вы можете увидеть характер Божий Бога, вы можете увидеть Бога через. Если вы смотрите на природу, посмотрите на горы, на облака, на людей, посмотрите на животных, на птичку, посмотрите, посмотрите, как они радуются жизни, посмотрите, как они живут, они видимы, их, их можно видеть, видеть Бога через рассматривание Его творений. Итак, Бог говорит через животный мир, через животных, аллилуйя. Бог говорит через, Бог говорит и действует через даже животных. Идем дальше. Восьмой пункт. Бог говорит через предметы. Вспомните историю э, с апостолами. Э, откройте Деяние апостолов, 19 глава. Откройте, пожалуйста, Деяния Апостолов 19 глава, 12 стих. Деяние апостолов, 19 глава, 12 стих. Открыли. Деяние апостолов 19 глава, 12 стих. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его апостола. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Такая сила была у апостола, что его вещи были заряжены благословениями. Заряжены. У меня была история. Я пришел к одним людям домой, и там у них ночевал, это было в другом городе. И а, мне постелили постель, все, я спал, все хорошо, ушел. И кто-то пришел после меня и лег в ту же постель, они не успели ее брать. Лег в ту же постель, и он очень болел сильно. И когда он проснулся, то обнаружил, что он исцелился. Бог может говорить через предметы. Реальная история, реальные, реальное благословение, реальная, реальная сила Божия. Поэтому, дорогие мои, я вас ободряю, вдохновляю, я вас благословляю. Смотрите, иногда такое случается. Следующее, девятый пункт. Бог говорит через мысли. Бог говорит через мысли. Вы знаете, у меня жена специалист по поиску вещей. И она говорит, когда что-нибудь потеряет, ищет, 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 и вдруг я слышу, Господи, где же находится? Ну и она, например, там что-нибудь мы потеряли. Я вот смотрю, как Бог ей в мыслях, она вот так раз, 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 что-то задумалась, пошла, 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 и находит. Я говорю, как? Ты услышал голос Божий, ты искала, искала, не могла найти, и вдруг ты после молитвы нашла. Она говорит: а да знаешь, я вот так, когда вот все мысли успокаиваешь, вот так, раз выключаешь, говоришь, Господи, где же? И внутри себя вдруг ты... ты знаешь точно, где это находится. Потерянная вещь. Конечно, иметь много вещей в доме, когда у вас много вещей, могут они даже потеряться это тоже, наверное, минус. Но Бог может говорить через ваши мысли. Опять. Теперь не каждая ваша мысль, сейчас послушайте, сейчас не нужно перекосы. Вот знаете, вот христиане любят перекосы. Ой, я подумал, это Бог. Твоя мысль это не мысль Божья. Тво... Вот сейчас послушайте, у тебя есть твоя машинка, которая производит мысли куча, у тебя просто шквал идет. Шквал идет мыслительного процесса. Не надо сейчас каждую вашу мысль превращать в божественную мысль. Аллилуйя! Я подумал, и это такая слава, Аллилуйя. Я такой мыслитель. Нет, мысль пришла. И иногда Бог может в твою мысль положить свое слово. И это будет ответ от Бога. И я спрашивал, Ариса, ну ты знала или нет? Ты знала или нет, что ну, вот, там вещи лежала Она говорит, да нет, я просто вдруг как-то подумалось, мысль Господь, Дух Святой дает мысль. Обновитесь духом ума вашего. Размышляйте, думайте. О горнем помышляйте, а не о земном. О Боге думайте, размышляйте о Боге всемогущем. Думайте о Боге и разрешите Богу действовать в вашей жизни. Аминь, скажите. Следующее. Бог говорит с нашим духом. Да, да. У вас есть дух, у вас есть душа. Душа — это мысли, это эмоции, это чувства, это переживания. И Писание говорит, душевный, плотский, бесовской. Душевные люди, они такие эмоциональные. Ой, я вот так чувствую, я вот так не чувствую, я так чувствую. Это, это, это... Но когда мы говорим о том, что у нас есть дух, дух, он бодр, плоть немощна но дух бодр. И когда Бог говорит через наш дух, дух святой внутри живет в нас, и мы имеем внутреннее удостоверение, подтверждение, внутреннее понимание, что это воля Божия. Бог так хочет, вот так или вот так. Внутри, в духе, нужно иногда выключить душу, мысли, отключить свой вот этот шквал мыслительный, когда у тебя там агония в голове. Отключить и сказать, успокоиться, помолиться и послушать, что Бог говорит вам. Мы, люди духовные, учитесь слушать Духом. В вашем духе есть Дух Святой. В вашем духе живет Дух Святой. Научитесь слышать, что Бог говорит вам. Аллилуйя. Научитесь слышать голос Божий. Научитесь слышать слова Божие. Научитесь слышать и понимать Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, драгоценные. Я еще раз обращаюсь к вам и благословляю вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Пускай ваш дух будет открыт. Следующее. Бог говорит с голосом. Если кто записывает, запишите. Бог говорит голосом, как из горящего куста. Редко, но иногда мы слышим голос. Иногда мы слышим голос. Мы даже глядимся, кто здесь? Самуил, Самуил. Господь зовет. Вот я. Господь зовет. Моисей. Бог говорит голосом. Я оставлю это один из последних пунктов. Не всегда, не всегда, не всегда Бог говорит из голоса. Не всегда, но иногда Бог говорит голосом. И последнее. Бог говорит через. И знаете, вот этот последний пункт, скажите мне, через что? Это 12 пункт у нас будет. Вообще, как Бог говорит? Через кого? Я выделил это в отдельный пункт. Знаете, есть католическое поверье, что Бог посылает ангелов, странников, в виде нищих детей, бедных, в виде, в виде немощных, нуждающихся людей. И Бог с нами разговаривает. Такое в Средневековье было, что Бог много ангелов. Вот не все дети нищие, это на самом деле нищие. А иногда это просто ангелы Божии, которые а, а, приняли вот такой на себя вид, как нищие дети, и, и Бог хочет с вами поговорить через нищих. Мне так это понравилось, что это выделил в отдельный пункт. Бог говорит через нищих людей, через бедных людей. Бог говорит через людей, которые в нужде, чтобы подвигнуть вас к действию. И... Знаете, нищие, они могут а, очень четко понимать, как, как говорить с тобой. Научитесь слышать голос Божий. Бог говорит, Бог говорит, Бог говорит. И чтобы вам услышать Бога, вам нужно возрастать. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да укрепит вас Господь, да поддержит вас Господь, да вразумит вас Господь, да изольет от Духа своего на вас во имя Иисуса Христа, да откроет уши вашего сердца, чтобы вы могли слышать, что Бог говорит церквям. Имеющий уши слышать, да слышит. Имеющий уши сердца своего, он Духа своего слышит, что говорит Господь. Во имя Иисуса я благословляю вас, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Благословляю вас. Будьте благословены, драгоценные мои. Конечно же, самое важное, Евгений в этом абсолютно прав. Он сейчас пишет, что сверять с Писанием, все, что не по Писанию, это уже однозначно не Бог говорит. Если что-то вам Слышится, привиделось И это не соответствует Писанию Все, люди, однозначно, это не Бог Это ваше пузо говорит, ваше чрево Пельмени ночью говорят Это говорит кто-то, что-то Но не говорит Бог Это не говорит Бог вот. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас Услышьте меня, пожалуйста Говорит ли Бог сегодня к вам? Говорит ли Бог с вами? Конечно же, Бог говорит, но, дорогие мои, не нужно из каждой мысли, которая у вас есть, из каждой мысли делать, что это Бог со мной говорит, это Бог меня направляет, это Бог, все, это точно Бог, все, все, все. Не нужно каждую мысль превращать в божество. У меня мысль пришла, это такое божественное состояние, это Бог мне говорит. Люди, не нужно. Бог не всегда говорит, не всегда, но Бог говорит, но не всегда то, что вы, вам почудилось и услышалось, это и есть воля Божия. Не всегда. Я вам реально говорю, не всегда то, что вы слышите, это слова Божьи. Поэтому я обращаюсь к вам, я стучусь к вам, я стучусь в ваши сердца. Разрешите и благословляю вас. У меня остаются последние минуты. Я еще раз хочу сказать, может быть, вы слышите, что Бог говорит вам. Сегодня мы собираем, не уходите, сейчас у меня еще будет разговор с Домом Веры. Все, кто в Доме Веры, не уходите, буквально я после эфира еще поговорю с вами. И у меня несколько есть вещей. Но все остальные, кто мне на спутнике смотрит, я хочу сказать вам, дорогие мои, спасибо вам за вашу поддержку, за ваше участие, спасибо вам за то, что вы делаете возможным мой прямой эфир. Ваше участие очень-очень такое благословение. Не знаю, для меня, по крайней мере, огромнейшее благословение. Огромнейшее благословение то, что мы можем достигать Евангелия людей. Поэтому я вдохновляю вас, продолжайте делать Божье дело. Продолжайте делать Божье дело. И а, если у вас есть возможность, пожалуйста, выйдите на дом и участвуйте вместе со мной в том, что вы можете мне писать. Вот сейчас Евгений Скишинева пишет, спасибо, Максим, за проповедь и так далее. Если вы хотите поддержать, зайдите на наш сайт, не на наш сайт, открой, Андрюша, пожалуйста, сайт. Вот сейчас вы видите сбоку этот сайт, от меня будет находиться. Сайт, где мы жертвуем на CNL, на приобретение камеры. Он называется так gofundme.com и такая черточка от, там, по-моему, 3, да, от 3.org. Сейчас выведет Андрей этот сайт. Посмотрите, вот он. Если возможно, с вашей стороны, зайдите, пожалуйста, на наш сайт и, и станьте участником. Станьте участником Божьего дела. Я благодарю всех людей за участие, за партнерство. Я знаю, многие из вас а, присылают свои десятины приношения. Я хочу сказать вам огромное, огромное спасибо. Спасибо, искренне благодарю вас, искренне благословляю, искренне, а, ну просто выражаю благодарность вам за ваше участие, за партнерство. Выражаю благодарность сердца, благодарность вам за ваше послушание, повиновение. Благословит вас Господь. У меня последние 20 секунд. Встретимся завтра в прямом эфире. Помните, что Бог любит вас. Бог с вами. Бог за вас. Я прощаюсь. Всем пока. Благословение. А Дом Веры подождите, я сейчас к вам присоединюсь. Хранит вас Господь. До завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиэнелл и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.